Правоохранительные органы задержали мужчину, намеревавшегося принудить к даче ложных показаний одного из экономических агентов. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции. Согласно предоставленной информации, 56-летний мужчина был задержан в момент, когда передавал одному экономическому агенту взятку в размере 500 евро. Деньги предназначались с целью получения ложных заявлений, так как задержанный фигурировал в одном из уголовных дел за вымогательство у представителей фирмы суммы в 2000 леев. По данному факту возбуждено уголовное дело. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 5 лет тюремного заключения. Также правоохранительными органами было выявлено 13 аналогичных случаев, в результате которых были возбуждены уголовные дела по статье «Пассивное коррумпирование».